Сегодня будем клонировать блок Asdelco E83. Это Chevrolet Cobalt. Значит, этот блок старый накрылся. На диагностику он выходит. Это нам повезло. Вот, и привезли блок с разборки. В принципе, такой же в точности. Вот он. И данные те же. Вот. Наша задача перелить отсюда full вот сюда. Делать это мы будем с помощью адаптера Scanmatic и MD флешера и его модуля Asdelco E83. По подключению блока вот этого E83 мы открываем папку MD флешер, открываем Help, ECU и находим GM Asdelco. Вот здесь приведены диаграммы E39, E78, ну и наша E83. Вот подключение. В одном разъеме масса берется, здесь питание и кан. Итак, соединения произведены согласно хелпу. Адаптер Scanmatic. Ящичек управления питанием, то есть вот мы питание включим на блок. Терминатор 120 Ом ставим тоже. Включаем его. Открываем MD флешер. Обязательно от имени администратора, не забываем. Выбираем ECU. Нас интересует модуль GM E83 MPC. Вот вышла такая картинка. Включаем зажигание. Выбираем адаптер. Сегодня у нас Scanmatic. И читаем ID. Вот, пожалуйста, идентификаторы, ВИН, пробег. Пробег серьезный, потому что машина с такси. Заходим в сервис-мод. ЭБУ готов к чтению записи. Нажимаем флеш читать. Итак, флеш у нас прочитана. Сохраняем ее в подготовленную папку E83 Old. Все, наша флеш на месте. И читаем EEPROM. EEPROM сохраняем сюда же. E83 Old. Все чтение данного блока произведено, старого. Выходим из сервисного режима. Из сервисного режима блок вышел. Выключаем зажигание. Итак, мы подключили новый блок по той же схеме Help. Открываем MD
И то же самое делаем с новым блоком. Вычитываем сначала флеш и пром. Включаем. Ну, тут здесь пробег 59 тысяч. Вот ID все прочитал. ID такие же. Точность всей калибровки и все. Теперь сервис мод. Теперь новый блок готов к чтению и записи. Флеш прочитано, сохраняем ее уже папку E83 New. И также читаем EEPROM. Все прочитано. Выходим из сервис мод. Все, выход осуществлен из сервис мод. Вот смотрим, данные блока у нас совершенно идентичны, старого и нового. Итак, после прочтения блоков мы выключили зажигание не менее чем на 30 секунд и снова включаем. Это на новом блоке. Делаем инициализацию. Инициализация прошла успешно. Заходим в сервис мод. ЭБУ готов к чтению записи. На столе у нас лежит новый ЭБУ. Записываем сначала флеш. Нам нужен E83 Old. Открываем Old. Вот он. И записываем флеш. Флеш записано, о чем нам выдано сообщение. Flash write OK. И теперь нам нужно поверх флеш записать еще и EEPROM. Также папка E83 Old. Write EEPROM OK. Выходим из сервисного режима. Exit сервис. Выключаем зажигание. Ждем 30 секунд. Включаем зажигание и делаем идентификацию. Все, пожалуйста, пробег и все остальное, вин перенесся
со старого блока в новый. То есть мы полностью блок клонировали. Теперь только ставим на машину и заводим. Ни СПС, ничто не нужно. Ничего не нужно перепривязывать и подвязывать. Просто ставим и заводим.